Приветствуем вас на футболе. И сегодня полюбуемся на английские клубы в 1/8 финала Кубка Карабао. Всем добрый вечер. С каждым годом турнир становится все более увлекательным. И сегодня мы станем свидетелями того, как две отличные команды сразятся за участие в четвертьфинале. Сегодня Бернли встречается с Ливерпулем. Перед нами состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. И вот Ливерпуль. Классическая расстановка. И это Криштиану. Блокирует удар игрок. И удар с угла поля исполнит Ливерпуль. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Выбит мяч из штрафной. Эмиль Форсберг. Выбивает мяч игрок. Вот так надо играть. Удар по воротам. Атака закончена и будет удар от ворот. Ну, конечно, напрашивается спор, кто лучше, Криштиану или Месси. Но, пожалуй, мы сегодня с тобой эту тему развивать не... Как он работает с мячом! Всех обыграл! Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Ди Мари. Лионель Месси. Роберто Фермино. Эмиль Форсберг. Мне показалось, что игрок в офсайде был. Ну, мало ли что, мне кажется. Гудмундсон. Джек Кор. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Кевин Фолан. Мохамед Салах. Набиль Фекир. Эмиль Форсберг. Лионель Месси. Рецепта, как держать этого футболиста, так по большому счету и не придумали. Сколько бы человек его не окружало, Месси всегда создаст, ну почти всегда создаст себе момент, ну или партнер. Даже если на плечах есть... Ну решай же! Защитник молодец просто, как здорово сыграл! Ди Мария. Можно бить! Счет матча открыт. Ну что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. 1-0 в нашей игре. Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Криштиану Роналду. Передача. Месси забивает должен. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Удар! Надо сравнивать! Забивай! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Стивен Дефур. Дефур! Накрывает игрок этот удар. Вратарь спасает, но эпизод еще... Да ну, это совсем... Александр Арнольд. Набиль Фекир. Месси. Катают мяч игроки выигрывающей команды, никуда не торопятся. Великий комментатор Николай Николаевич Озеров в свое время сказал, нам такой хоккей не нужен. Ну, в данном случае. Салах! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Эмиль Форсберг. Роберто Фермино. Салах.
Фирмино. Мяч в штрафной у Форсберга. Перекладина играет за вратаря. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении. 1-0. Ливерпуль провел хороший первый тайм. Посмотрим, смогут ли они удержать преимущество в счете во втором. Роберто Фирмино. Эмиль Форсберг. Фирмино. Пас на Лео Месси. Удар Месси. Штанга, друг вратаря. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Фил Бартли. Судья видел нарушение, пока... Тут все очевидно, будет штрафной. Опасно подать в штрафную именно отсюда. Навес напрашивается. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. И пробил игрок. Сейчас будет опасно. Подача с угла поля может в любой момент обернуться голом. Ну что, возможно, получится отыграться с помощью того, у кого сил. Это мимо. Хороший первый тайм он провел. Так, ну, я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Роналду, опасно! Есть гол, и это Криштиану Роналду! Еще раз смотрим, как был забит мяч. Да, смог коснуться голкипер в этом моменте мяча, но этого оказалось недостаточно. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Кевин Фолл. Роналду возвращает мяч своей команде. Фирмино. Лионель Месси. Неточную передачу отдает Лионель Месси. Причем Лионель Месси и его партнеры рядом. Криштиану Роналду надо решать. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. И в центр штраф. Криштиану Роналду. И он забивает. Угловой — это шанс. И они этим шансом воспользовались. Навалились всей командой на исполнение углового. И все-таки мяч в сетку затолкали. Великолепный гол. Прекрасно сыгран. Всех опередил он сейчас в штрафной соперника и без проблем отправил мяч головой в сетку. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Стивен Дефу. Сала. Эмиль Форсберг. Мяч у Роналду. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Кевин Фолл. Джеймс Тарковский. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Он накручивает соперников одного за другим. Прекрасный гол! Гол номер 3 записывает на свой счет Криштиану Роналду. Самый настоящий трюк со шляпой, кое в его карьере уже пруд пруди. И еще столько же впереди. Великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня. Продавил он все-таки оборону. Ну что, Георгий, ждем покер? Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Четверть часа еще играть команду. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Мохамед Салах. Почти не ошибается он сегодня в передаче.
Мяч покинул пределы поля, и это аут в пользу Ливерпуля. Замена будет у нас. Что-то фанаты хозяйской команды поутихли, игру соперник контролирует. Да, когда твоя команда уступает по всем статьям, тут явно не до веселья. И мяч в воздухе после такого выноса. Набиль Фекир. И пробил! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Замена у нас будет. 6 минут осталось сыграть во втором тайме. Гудмундсон. Может получиться интересная атака. Стивен Дефур. Эмиль Форсберг. Роберто Фирмино. Лионель Месси. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Да, это был удар на удачу. Готовится команда подать угловой. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Защита первая на мяче, вынос. И пробил! Отважился на удар издали и почти попал. Да, удар получился плотным, но вот точности ему не хватило. Роберто Фирмино. 4-0. Как говорится, счет, не нуждающийся ни в каких...